Сегодня я пришел к храму. Сказать, что я слишком набожный, наверное, нет. Но я верю, что есть силы там, во Вселенной, которые воздадут всем, кто творит сейчас зло. Вчера или позавчера в Запорожье нанесли очередной ракетный удар, убили едва родившегося младенца, которому было всего 2 дня. Почему я сегодня пришел к храму? Потому что у меня есть в Украине друзья. И вот сегодня, после очередных обстрелов, с ними нет связи. Мы ничего не можем узнать про них, что там случилось. А в это время огромная территория и население огромной территории, которая называет себя верующим, православным, не просто поддерживает своего вождя. Нет, оно с удовольствием идет в чужую страну убивать, наносить удары. А патриарх, который глава православной церкви, призывает к войне. Я не знаю таких верующих. Верующие не могут говорить о том, что убей соседа, убей женщин, стариков. Население не просто поддерживает своего вождя. Население вопит, кричит. Я вижу это. Вижу в социальных сетях, вижу по телевидению, вижу в разговорах православных, так называемых, которые радуются каждому очередному нанесенному удару по электростанциям, по жилым домам, желают, чтобы Украина замерзла, чтобы там все вымерли. Они вам что-то плохое сделали? Кто-то из них что-то вам плохое сделал? Я слов, в общем, нет, я переживаю просто за тех, кто сейчас в Украине. Не только за своих друзей. Я надеюсь, что связь наладится. Я хочу услышать, что они живы и здоровы. Это самое главное. А вам, россияне, хочу сказать, просто задумайтесь иногда. Сейчас в 4 часа откроется храм. Я пойду обращусь к Христосу, к Деве Марии, ко всем высшим силам, которые, я уверен, что есть, с просьбой прекратить эту подлую, братоубийственную, человекоубийственную войну. Колокол забил. Это знак.